Перед вами молодая семья. Мы 5 лет в браке, детей у нас нет, и не так, чтобы мы пытались это как-то исправить. Да там одного раза вот, достаточно. Депрессия у нас гораздо регулярнее, чем секс. Отойдем. Я больше не хочу жить с мужчиной, который не зарабатывает денег. И что, ничего нельзя уже изменить? Беда у меня. Развожусь я. Еда сближает. У меня мало времени, что я должна делать? Поужинай со мной. 7 раз. Сегодняшний ужин мы проведем с закрытыми глазами. Я хочу тебя поцеловать. Твое молчание – это знак согласия, да? Что за фигня? Ты все время слушала музыку и не слушала меня? Я могу с тобой не разговаривать! В баре-трупе нам с тобою было супер! Супер 8! Я не терплю, я нажила! Да, терплю! Хали-гали! Сегодняшний ужин мы проведем абсолютно обнаженный. Супер! Супер 8! Хали-гали! Да расслабь ты уже булки, а? Давай выпьем. Я вам, наверное, помешала. Мы должны сказать друг другу самые главные слова, несмотря ни на что. Он уводит мою жену. Она ему уже не жена. Я вообще-то еще ничего не решила. Этот человек для вас стол накрыл. Он даже торт праздничный купил. А когда у нас последний раз в семье были праздники, а? Ты хочешь сказать, что мы 5 лет жили в дерьме?